Здравствуйте, подписчики, друзья, все, кто смотрит мой канал, всем привет. Поехал сегодня я поискать что-нибудь. Пока еду, хочу рассказать, как мы съездили туда несколько дней назад. Поехали на другой машине вдвоем с товарищем. С утра все затянуто тучами было. Ну, дождика вроде не было, но поехали. А ехать километров, наверное, 80-100. Половина дороги проехали, дождь зарядил. Ну что, не возвращаться же. Ну, думаем, ладно, кончится, пересидим. Приехали на место между двух деревушек старых. Дождик не кончается. Сидели, сидели. Пошел я разведывать. Трава вся мокрая. Оказалось, что у меня берцы один левый протерся об лопату. Образовалась дырка. Через 10 минут у меня там все захлюпало. Ну это-то ладно, это полбеды. Две копеечки Николая II я нашел. А потом раз иду, еще сигнальчик. Давай копать, у меня лопата сломалась. Да не ручка, а сама. Само лезвие лопнуло. Сидели, сидели, дождь не кончается. Ну что, плюнули, да поехали назад. Самое интересное, что полдороги назад проезжаем, тучи развеялись, солнышко выглянуло. Такой вот обломаша у нас получился. Зря скатались. Вот сейчас поехал на это же место во второй раз. Так толком мы его и не разведали. Место на берегу реки между двух деревень. Деревни старые. Вот не знаю сейчас. Сегодня погода вроде ничего, после обеда там передали, возможно, осадки, но посмотрим. Так, едем, смотрим. Вот, кстати, тоже местечко, ничего себе так. И травка-то совсем маленькая. Вот тоже была деревня, тоже дома стоят. Стояли, вернее. И с этой стороны, вот возле речки. Вон туда дальше. Надо вот как-то тоже сюда сгонять, пошарить. Травки вообще нет практически. Она, скорее всего, поздноватенькая. Я так думаю, находки все равно тут должны быть. В всяком случае, Николай II это точно будет до совета ранней. Ну ладно, это мы на потом оставим. Сейчас прием туда. Вот, собственно, приехал я на место. Туда вниз не пойду, там, наверное, заросшее все. А вот здесь похожу по бугорку, поэтому здесь трава не сильно большая. Туда дальше, вон, на склоне она еще меньше. Здесь я вот лопату сломал. Николая II нашел. О, клубника поспела. Фу, сладко. Вот такая речушка здесь есть. Переобуваемся, да пойдем пробовать. Что думать-то? Ходил я по тому бугру, ребята. Ничего я там не нашел, кроме мусора совдеповского. Переехал в соседнюю деревню. Площадь обалденная, какая большая, кругом крапивники. Но находок тоже не фонтан. Ходил, ходил, вот одну кое-как надыбал.
Николая Первого копеечку. Масончик. Ну, состояние средненькое. Я думаю, помоется, почистится. Будет нормальная. Такая копеечка. Будем надеяться, что найду еще что-нибудь, похожу, пока время есть. Вообще-то так, на разведку заехал. Посмотреть, что-то ни разу здесь не было. Посмотрим, что за находки будут. Вот конятина еще попалась рядышком тоже. Маленькая. Вот еще. Пока такие находки только. Вот, ребята, еще какая-то монеточка тут у меня маленькая выпала. Ага, это у нас второй Николай. О, какая хорошенькая. Прям четкая такая вся. Хорошая монеточка. Ну вот. И это пока что за полдня вторая только. Еще походим. Время еще есть пока маленько. Ходил, ходил. Вот еще одна выскочила. Только что-то не пойму. Она то ли вообще наверху лежала. Она даже не в земле. Верховая монетка, что ли. Кусок отбросила, она отлетела с него. Это у нас Николай Второй, да? Да, 1900. То ли 13-й, то ли 11-й. Ага. Николай Второй, копейка. Вот такая еще одна находка. Такое поле, ямки идут прямо по бугорку, одна за одной идут ямки, только монет что-то совсем мало. Блять, беднота, что ли, жила одна. Там речушка, потом домой буду собираться, подойду, покажу вам речку. О, забыл похвастаться, лопату себе во какую купил, классная. Это, наверное, не сломается. Только что-то в землю хреново лезет. Хоть и наточил, пока не это самое. Не обшоркалось. Вот еще одна монетка у меня. Это у нас советики уже пошли. Чем ближе к деревне. Еще тут, как ее правильно-то, со щитом. Это десятик, что ли, тут. Сейчас пошоркаю. Ага, 15 копеек. Вот такая монетка. Фу, блин. Жарко, однако. Пора к машине, наверное, двигать. Разведал место, ходить можно. Находки есть, но мало. Вот такой у меня вывод. Поторопился я камеру выключить. Здесь же, где этот со щитом, еще одна в этой же кучке. Хорошо провел этим, закапывать не стал. Еще тоже со щитом. Двадцатик. Надо же как, а? Вот видите, как бывает. В одной монетке, ой, в одной монетке, говорю, в одной ямке. Две монетки. Так, проведу, может, еще что есть. Булькают непонятно как. Так. А нет, нету. Всего две штучки было здесь. Что, две сразу, это приятно. Хоть и советчик. Ну,
Ну какой зверь шевелится. Красавец. Мерзость какая. Охранял он у нас вот эту монетку. О, 5 копеек. 36-й год. О, на глазах белеет. На солнце. Сразу прям. Да. Я думаю, что это уже последняя монетка за сегодня. Потому что жарко очень. Кто-то едет отдыхающий, что ли, купаться. Все, еще 10 минут, больше я не выдержу. Так, ну вот, драгоценности мои, которые я сегодня нарыл. Конинки, 3 штуки. Это у нас с крестом пуговица железная. Гильза обгрызанная. Это тоже у нас конинка. Так, ну это у нас металлолом. Да, и вот. Раз, два, три, четыре, пять и 6 монетиков. Две щитовика. Две Николая II. Пятачок советский. И копеечка масон. Ну вот. Такие находки за день. Ну, копеечка масоновская, конечно. Обрадовала. Ну все, сейчас поедем домой. Ходить можно, но находок мало. Совсем мало. Такое поле здоровое. И похоже, вот здесь редина у нее распахивалась. Я так понимаю. Вот, пожалуйста, ямка. Старинная. Денег, наверное, много здесь раскидано. Вот речка такая у нас тут. Речушечка. Называется Чумыш. Приток Оби. А, ласточек сколько. Видишь, разлетались к дождю, однако. Что-то удочка торчит, рыбака нету. У них тут деревенские оставляют, не боятся, наверное. Ну а что? Нормальная речка, песочек, купаться можно. Там он вообще пляжик хороший. Да, кто бы только за руль бы сел, да привез меня сюда, я бы позагорал, водочки попил. Ну все, на этом, друзья, заканчиваем. Смотрите следующие выпуски, смотрите этот выпуск, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, свидания.